Доброе всем утро. Сегодня у нас 12 мая 2023 года. У нас сильный ветер. Идем кормить собакину. Кошатину, собакину. Еша, не три шкуру, а штатив. Всем доброе утро. Побудь здесь. Сейчас, сынка, подожди. Сейчас. Сперва дочи положу. Надо дочи положить, кашки. Сварил кашу. Погода, конечно же. Не айс. Подожди, Кеша. У тебя для меня сосиски. Ой. Кеша, ну-ка, не ешь чашки. Подожди. Тебе персональная. Сына. Кеша. Пошли. Ой, ешь давай. И ты ешь, доедай все. Жирная кашка. С субпродуктами. Мяско. В общем, у нас ветер задувает. Всем наидобрейшего утреца. Мусик. Муся, проси. Да, проси. О, лови. Опа. Рубай давай, ешь. Василич, а что ты делаешь? Доброе утро, Владимир Васильевич. У нас ветер, как я уже сказал, писок накормил. Что это у нас тут? Гузики. Гузики обыкновенные. Топченые, куриные. Завтракаем. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, будем крошить. Резать, крошить. Так. То вот она полежала маленькая, и она у меня плохо чистится почему-то. Как босятка наша. Будем резать. Крошить, резать. Так, у мамы с голосом проблемы. Ну, сегодня опять это... Приготовила салатик, ну, салат опять, пробовать. Картошка оставалась, колбаса оставалась, это, горошек этот маленький купила. Ага. Я уже не помню, я готовила такой салат, я уже не помню, дорогие мои. Ну, в общем, приготовила. Приготовила лук зеленый, но тут мало, это гузики. Василий, сейчас ставим гузики, сейчас мы попробуем. Копчененькие, гузики. Да, Игорь, хлебушек вытащи. Сейчас. Горошек зеленый, тут просто картошка отварная, все, яйца отварные, пропал, колбаса, вместо колбасы можно... Не проралось утром. Да, можно было, я не разработала не свой голос. Разработала, да, так будет более да, эффективно вот звучать. Вообще голос. Все, уже голос скоро потеряю. Надо кричать, хлеб, Игорь, да кто? Так, что? Просто, домашний майонез. Было три огурчика оставалось. Сюда же, можно свежий, можно языки сюда, можно все что угодно. Да все что угодно. Зелени, перец. Тысячи салатов. Да. Любых. Так, кашу ладно. Сейчас, я говорю, сейчас сотворю кашу. Но опять, как всегда, с любимой общей чашки пожрать. Есть время, кстати, у нас 10:30 уже. Да? Я-то хоть маленько это перекусила, потому что таблетки пить. А Игорюха опять у нас голодный. Василич тоже уже покушал он. А приготовлю кашку сейчас. Ой, горуха в литровой кастрюлечке на бульончике с луком, с морковочкой. Так раз, прямо разварю этот горох, чтобы был прямо вот такой вот кушать. Ну как, Игорь? Салат или попки? Гузики. Гузики, да, не есть гузики, да? И сколько это килограмм? Василий. Такого удовольствия стоит? 600? Не 400, а 600. Да. То ли 626 рублей, что ли. Но я еще так удивилась, говорю, вы что-то не попутали. Нет, не попутали. Ну вот я взяла маленько, Василь. А Василь вчера не ел, он сегодня. Он их даже, это, в микроволновке он их подогрел. Поел. Ты что, погода мерзкая? А погода, да, опять у нас сегодня передавали дождь. Опять темно, опять ветрище задувает.
поливать, но я вечером все равно... Да я не считаю, это не холодно, просто это такая погода, она сейчас так и будет, она и летняя погода, не надо сейчас поливать. Пока я не очень. Вечером тоже бы нежелательно поливать при такой погоде. Или сейчас полить? Ну, полей сейчас, потому что ты же будешь поливать, которая набранная вода, а не под это. Внизу-то вода идет с этого, она вообще ледяная, а это-то стоит. Потому она. Что жары нету, солнышка нету, а ночью температура обычно спадает. Холоднее становится. Ну, полей. Потому полью, что вчера не поливали. Да. Надо поливать. Там земля-то у нас вообще непонятно какая. Сейчас ее не прорыхлишь после этого полива все равно, потому что нету там ничего, еще сходить надо. А она сейчас коркой будет так покрываться. И все. Бедные росточки какие сильные вылезут. Вот такая у нас. У нас еще и толком растительности нету на это время. Везде уже Москва под Москвой. Да, у нас кое-где, ну трава-то она пробивается. Трава-то давно, она... а у нас еще деревья пустые. При любой погоде. И еще ничего не цветет, только вот почечки, ну, эти вот, как она называется, это я их называю как деревья, как сорняки, они разлетаются, это они вообще, это дерево у них, я какое оно живучее, оно, а, вот там это семена сорняковое. Вот такие, как хлопья. Они в землю попадают, и махом вот он, вот сидит вот такое вот оно. Выросло, сорняк, ну, как вот дерево, этот, да, оно дерево, тоненькое такое. Есть. Его вообще, его так плохо выдирать, я говорю, оно такое маленькое, оно это сильное такое вообще. Сорняковое дерево. Да, оно махом вот прямо это растет вообще. А если уже вот такое вот оно, его вообще надо выкорчевывать, там корни такие мощные, вот. Так. На моей памяти единственное дерево, которое за год может вырасти на несколько метров, начиная с маленького. А, оно, да. Вон оно, вон оно. Оно, они махом, да, каждый они год они растут. Вообще, они скоро у нас тут они вокруг такие... круговую будут вообще. То есть более благородные сорта, они долго, десятилетиями растут, тут, как да, хвоя вот это. Да, это махом, они каждый год прут и прут, и прут, и прут. Ни воды, ничего не надо. Ну, вода им хватает влаги, дожди идут, им этого хватает. Их же никто не поливает. Кто их поливает, кроме дождика? Да, роса потом. Как же оно называется, интересно? А я не знаю, как оно называется. Сорняковое. Я их не люблю. Рукава у тебя прямо там в тарелке. Я их не люблю, потому что от них потом это всякая там ерунда, оно такое неприятное дерево. Ну вот сильное, живучее такое дерево. Каждый жить хочет. Оно же тоже живое. И все хотят жить. Я люблю деревья, но почему-то это дерево не люблю. Ну как, обыкновенно относимся, как ну вот сорняки и трава, тоже вот, они же разные, они тоже вот, вот уже лезут они там вообще, холодно, это, они вон лезут, трава это тоже любишь, не любишь, но что-то нынче одуванчики у нас нет. Один есть одуванчик, вылез. А у нас много было раньше одуванчиков, они уже должны сейчас цвести в это время. Поздно слишком. Обычно прохладно, похолодание, когда вот сирень цветет, но сирень еще не цветет, будет тоже понижение температуры, ветер будет всегда вот так вот, неделю потом будет, пока она это, будет прохладно. Всегда так, каждый год. Вот. Тоже все дорожает. Вчера даже дымить взяли, уже накидывают по 10 рублей самые дешманские сигареты, я имею в виду даже. 160 рублей вообще. 160 рублей. И табак мусорный. Вчера Васильевичу купила пачка.
Бросайте курить, бросайте. Ну, бросайте Василич кушать. Уже не бросит. Это надо полагать. Но ты же бросал курить. Я, наверное, пару раз бросал курить. Удовольствие и осталось. И надолго тебя не хватало. Опять начинал курить. Начал курить. Дорого, да. 160 рублей. Это сильно накладно. Это в месяц курить. И табак мусор. Так что. Да. Спиртное нас не интересует, мы как-то не это. Не мум. А вот. Ладно. Чего мало поел? Типа поливать. Салату место быть. Ну салат так салат место. Обыкновенный, дорогие мои. Да все что угодно, фантазия ваша, все что есть, там собрали, свернули, там нам наделали. Ой, не знаю, тот же сыр, тот же это, тут же кусочки, не знаю, всего чего-нибудь, много видов, можно с консервы, можно, да, помидорки, делать. Огурцы, вот там, все что угодно, но сейчас вот кабачков нету в магазине они там, если покупать баклажаны и кабачки, они их, они, знаете, они, я сейчас не стала привозные вот покупать, потому что они как каша, я не знаю, чем их там, или поливают, или чем-то обрабатывает, но они вот, если вот вырастешь домашние, ну вот эти вот на огороде или вот у частника покупаешь, там уж он баклажан, как баклажан, кабачок, как, ну, патиссоны там, то, кабачки, нормально. Ну, привозные они вот все вот тут. Я один раз делала, приготовила закуску такую, купила и вообще пожалела. Ну, у меня вообще каша, и я выкинула. Так что я сейчас не это. Потом будут кабачки, буду делать, готовить баклажаны. Ай, не хочу. Не хочу сейчас. Переживем. Подождем. Покушал. Надо попить кофейка. Ты блин, сейчас на улице. Линки унесешь. Фиг поснимаешь. Выйдешь. Ты возьми кусочек, чтобы вот это вот жир давай. Этот прямо это. Я кусочек это. Помою и вот этот. Да, и вон сразу в кастрюльку. Жизнь она будет. Опять хитрая, она выбирает эти. Я вчера там выложила в кастрюлю Игорь. Она выбирает головы, а кашу. Да ну ее, бани. Я уварю. Ну у нас делаю. Есть кому там, она по бокам чашки оставляет. Ксюня ходила, мусор выкидывала. Я... А у нее опять серединка вся это с этими. Я крупа это, ну у нас там есть кому, там сороки, птички едят, и воробьи я там. Я каждый раз с камерой бегаю, вот так что остается, мы едем и все. Туда, не каждый раз с камерой бегать. А, это... У нас есть, да, у них, у нас уже птицы все знают, они обедают, завтракают. Думаем. Все. Что-то сорок нынче много развелось. Ой, ну, что-то много, а воробьев вообще мало. У нас воробьев мало, не... действительно. Мало что-то воробишек стало, чирикают что? Здесь они уже. Их мало, начинают это. Моем чашку. Ну, видишь, как. Кашешь. Будет помыто. А потом перемешать там с кашей. Ты в кастрюлю ей перемешать, а то сверху положишь, она опять это съест, опять это. Я не знаю, эту не надо, не покупай перловку, потому что ее надо хорошо распаривать. Она распарена хорошо, она просто заелась. Вот заелась. Покупай геркулес или ячку. Заелась. Не то, что она заелась. Она все равно выбирает, что по это. Ну так. Как человек ну, так, выбирает, как, что повкуснее. Ну так, странный такой. Ты тоже у нас каши да. Как-то не сильно, знаешь, кто любишь. Чуваешь? А вы где-то помятки. Мяско. Кстати, я сейчас буду, что вчера Игорь готовил там, я сейчас, а что ты не кушал? Ну, я там, это... А, мясо? Ну, конечно, мясо. Я сейчас выложу там все это. Понятно. Делаю, потом поешь. Я один кусочек вчера съела, а вечером Васильич поел. Я не знаю, он сегодня... Не, он сегодня это ел. Что, или в чашку выложите? Кому не надо в чашку, ты кастрюльку. В кастрюльку и там поварёшкой все это перемешаешь. Копчененько это. А она, говорю же, в чашке сейчас выест это и все. Ладно, отец отдыхает.
Холодильник тогда салат, ты есть будешь? Сейчас я с тебя сниму. Ладно, день у нас продолжается. Пойду, да, буду еще ходить. Что-то темнее. На улице толком не поснимать, конечно. Ветер дует, все забивает. День у нас продолжается. Шевелимся, живем. Да. Ой. Что, Игорь, старость не радость? Да. Я вчера тоже, я позавчера тоже как поясницу прихватила, да, раз, и все. Хлюп, и все. Ладушки. В общем, привезли картошку, должны были завтра. Я посмотрел, картошка хорошая. Прям твердая, плотная. В сетках. Здесь 8 ведер у нас получается. Хорошо сохранилось, я смотрю, под это. Ну, чувствуется немного местами мягкость. Ну, надо полагать, прошлогодняя. Но картошка нормальная. Такая прям сбитенькая. Сейчас я вот это утащу. 8 ведер, в сетке 4 ведра. 1200. 1200. Там только один адрес был. Думаю, будем тянуть до свежей картошки. Нам как раз хватит 8 ведер. Буду утаскивать. А потом и наша супер-мега жирная, привкуснейшая картошка вылезет, короче, с каждого куста на 5 ведер. 20-литровых. Ну или с двух кустов. Ладно, фиг с ним. Сынуль, красотуля, сейчас будет заносить. Покушаль. Да, Иннокентий. Ветер гоняет. Занесу, уберу во временку. Ничего ей не будет, ничего не испортится. Ой, зато сыночка в зимней шапке. Как подметает-то ветер. Кеша, хватит здесь ходить, свои эти оставлять метки. Сносит. Реально сносит. Все равно надо полить. Вчера не поливал. Смотрел, такая погода ходила, чтобы у нас все было вкусным, замечательным. Пей водичку, сейчас я подолью. Кстати, кошкам наливаю тоже еще на улице дополнительно воду, чтобы пили. Ничего себе заметает. Хотел тут волосы расправить. У меня же получается, как сзади, настоящие домашние дреды на волосах. Все-то потом подумал, поглядел услуги, подумал, отказался от этого. Не хочу. Буду ходить с дредами, как настоящий афро-мужик. Афро-белый мужик. Зато свои домашние. Да. На улице ничего не поделать. Да и делать по большому счету сильно нечего. Так только поливай. Земля напитывает хорошо. Иннокентий, вы ходите, мне помогаете. Иди домой спать, ложись. Сейчас я тебе водичку налью. Долью водички. Потом пить будете. Потом сына будешь пить. Деревенская жизнь. Чё ходишь? Чё ходишь? Бродишь? Деревня. Все, польем. Так вот. Что-нибудь да вырастет. Что-нибудь да вырастет. Что-нибудь. Да, вырастет.
Ладно, что тогда? Процесс не очень быстрый. Иннокентий за мной наблюдает, рядом сидит. Ветер дует, полевые оградки. Ничего такого экстраординарного нет. Все как обычно, размеренно. Вообще помаленьку я тесто добавляю, перемешиваю. Кабучки эти вот те разбиваем. Мамуля, красотуля, не верит ливерную колбасу. Кстати, такая же ливерная колбаса. Бывает, получается, у сынули красотуля, когда он очень много кушает. Ага. На что это походит? Готовим здесь. В общем, мама накладывает, снимаем отдельно ролик. А фарш сырой делаем вот такие рулетики, супер тонкие, супер вкусные. Уберем духовку, точнее, мама как раз готовит, чтобы нас кормить. Двух дал умных людей. А кто ноги таскать не будет? Кто ноги таскать не будет, уже будет перевешивать. Пятая точка. Так, в общем, процесс вот такой. Быстро, не быстро. Красота. Черный квадрат Малевича где-то отдохнул в сторонке. Где-то. Так, а, чё, а чем не живопись? Еще на две теперь. Чем не живопись? Живопись! Вкусняшка получится. Ладно. Потом обязательно к вечеру ближе попробуем. Ну это уже на ужин, или... да? Там кашка. Это на ужин, да, и на утро кашку. Останется заодно покушать. Так и кашку он. В котлюлечке там стоит готова, отваренная. Красота. Можно любоваться вечно. Приятного всем аппетита. Угу. Ладно, смотрится может не очень, но на деле по факту будет кашу. Сварила же мама здесь кашу. Это гороховая каша, да? Угу. Там морковка лук. Морковка лучок. Ага, все. Понятно. Понятно, ладно, занимаемся. Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам. Мамуля тут кусает горячо, но вкусня. Как говорится, все полезно, что в рот пролезло. Или полезло. Может, майонез? Не, я без майонезика. Кетчуп леча. Я потому что... Я потому что кушали недавно. Время у нас получается... 35 минут четвертого. Так, вот они наши вкуснюшки. Вкуснюшки. Сейчас я вот эту вкуснюшку себе поставлю. Горячая. Вкуснюльки. Вкусно? Конечно, вкусно. Потеряла. Там спит. Так. Отец на улице дымит, сейчас тоже придет, кушать будет. Что-то тоже собирался готовить. Игорь, возьми вилочку. Не, я руками как. Без кетчупа. Ой. Что-то подлетло, что-то подлетло. Кетчуп полез. Кетчуп леча. Тесто хорошее, кстати, получилось. Его и не надо было смазывать маслом, как обычно смазывают сверху. Нет, я его растительным маслом смазала. Я там еще чай кипел. Ой, Галя присаживается, Галя. Кушать хочет. Галя не кушала. Причем поела так все. Ай. Нужно было еще подержать маленько. Оно абсолютно не сырое. Нормальное. И я боялась, переживала, что у меня фарш будет. Оно изнутри напоминает, как немного пельменное. Да. Фарш абсолютно готов. Даже самое толстое. Вот основание, где скрутка. Сколько они стояли? Не меньше часа стояли, наверное, да? Час стояли, не меньше. Час стояли, не меньше.
Оно такое будет тесто, потому что оно простое, обыкновенное тесто. Да. Вкуснее. Майонез, да, тебе? Нет. Я маленько съем. Ну, я, кстати, кушал еще мандаринку. Индейки маленькие покушал. Обрежем. Пальцы. Ой. Ну что, она уже кружки. Ах, матушка. Кто-то скажет, что раз и Дима с Аней там. А ты сейчас дымит, он встал, он спал. Ты кушал, не кушал. Он сейчас придет, тоже будет кушать. Нет, нет. Кто-нибудь подумает, что поругались или нет? Абсолютно нет. Сегодня вообще тихо. Ветер передают до 25 метров в секунду. Бывает волна. Ага. По телевизору прерывается. Да. МЧС передает. Как пельменная. Как пельменная. Наподобие как. Ну, простое такое тесто. Поэтому будет такое. Хорошее. Кстати, я не просто хвалю, а все-таки со своего опыта, да, действительно хорошо получилось. Ну, фарш нормальный. Да. И тесто не сырое. Так, ну ладно. Тесто сейчас хорошее. Чаёк попьем. Там лимончик надо так дать. Кушать, кушать. Парта идет. Держи надо это, на тарелка. Да. Тебе не выпал пар. Он горячий. Кипяток. Кипяток, говорю. Ну, горячий же, говорю. Не выплюнуло. А хотя я так раньше делал, и кто-то из очень хороших подписчиков, я жевал пельмешку назад, потом ее на ложечку, потом опять. Тесто нормальное. Нормально. Он абсолютно не сырое. Готово. Потом назад пельмешку, пожуешь, обсмакуешь, опять вытащишь. Людям нравится, помню, подписчики про Машет, а аппетит разыгрывался аж. Вкусняшка, молодец, Ильич, так держать. Я кушаю, я чуть не подавился, не подавилась. От пищевого оргазма. Не, получилось отлично. Ладно, сейчас отец тоже придет. А тут на раз поите-то. Я, наверное, сегодня уже не буду, потому что ел не буду. Я уже все. Я накушался. Накушался. Да. Накушался. Дарюха там мятка еще. Не хочу. Я ничего не хочу. Все. Я Ну хоть ложечку еще. Пельменно-диетное мучное. Ну мятки предлагаю мне. Кашку, а мяско. Мяско. Не хочу я ничего. Знаешь, ничего не хочу. Совсем. Подаешь этот кусочек и митурить, а? Потом будь. И кая кто-то вспоминает. А столом добром? Ну, наверное. Ну что, блюдо получилось замечательное. Отснимали мы эти видео. А? Да ешь сейчас. Не хочу. Отснимали мы... С мамой сегодня два видеоролика, получается, будет ее на канале. Рецепт правильного приготовления супер вкуснейшей, наивкуснейшей вкусняшки под названием ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ливерная. Да? Не, ну форма у нее, когда накручивала. Ну, это знаешь, как вот эти вот. А знаешь что? Чтобы вкуснее выглядело, в тесто надо можно было добавить какао. Какао добавишь и сразу так по кругу. Горячо бы получилось это.
Да, вкусно бы получилось. Вкусно. А получилось. И так вкусно. Ну, вкусно. Ну что, подписывайтесь. Наши многоразовые салфетки. Да. Какие же вы долгоиграющие. Хорошие. Мы их, как я говорил, стираем, вешаем, сушатся, потом по новой. Их используем, да. Не надо лес портить. Надо вывозить туда. Лес. Ведь каждая бумага делается из дерева, из опилок. Кого? Каждая бумага делается из дерева, из опилок, говорю. А люди правду подумают. А как правду? Так бумага же делается из дерева. Видите, тесто. Здесь мяско. Мяско, тесто. Дай-дай. Не хочу. Ладно, с вами были мы. Приятного всем аппетита, всем вкусняшек-вкусняшек. Отличного настроения. Подписывайтесь на обычный деревенский семейный канал о жизни, простой жизни. Почему обычной семьи. Четыре пенсионеров и сына. Как не в деревне? Я вот смотрю, деревня? У меня деревня влево. Право смотрю, у меня деревня. Туда смотрю, на север, юг, восток. У меня кругом деревня. Деревня, частные дома, частный сектор. А город, он где-то там, несколько километров, его не видно. Ты сегодня не выспался? Не, я сегодня не выспался. Я сегодня не выспался. А мне раньше меня проснулся. Я раньше рано проснулся. Раньше всех встает папик. Василич. Он спит до 12, потом в 12 ночи встает. Посидит, походит, сидит, посмотрит. А он опять киварнет, он опять встанет. И так по новой. Ну все, с вами были мы, всем пока-пока. Подписывайтесь на Яндекс.Зен, на канал Подвал Ильича и на канал YouTube Подвал Ильича. И также на канал YouTube Рецепты мудрой мамы. И на канал Бардат Рецепты Васильича тоже на YouTube. Пока-пока, мамы. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Все, с вами были мы, всем пока-пока. Всем вкусняшек и отличного настроения.